Андрошинима – это крутой канал с игровой тематикой. Автор снимает различные песочницы, и поэтому вы найдете очень много интересных роликов по Террарии. Кроме того, ваше мнение может повлиять на будущий контент канала. Ссылка, как обычно, в описании. Советую подписаться. Доброго понедельника, народ. Хотя, может, как обычно, я не успею, но да ладно. Меня все еще зовут Тиджой. И сегодня, как обычно, я буду пытаться выполнить челлендж от вас. Это будет необычное испытание, суть которого — убить очередной глаз Ктулху с помощью нипов. При этом сам я не могу каким-либо способом им помогать. Никаких аксессуаров, зелий, брони и, как часто бывает, сотня здоровья. Выполнять челлендж буду на арене из прошлых роликов. Нипы будут те, которые первее всех заселятся в дома. Ими оказались Дриада и Торговец. Думаю, пока что этих ребят мне хватит. Время пробовать. Итак, нипы смогли перевести босса во вторую фазу, но убить его не успели, так как ночь банально закончилась, и наступило утро. А как известно, глаз Ктулху в это время улетает. Думаю, стоит добавить еще одного нипа, и чтобы ускорить процесс, я построю бесконечный дом. Этим неигровым персонажем оказался всеми любимый гид. Посмотрим, как он будет стрелять из своего лука. Также я заметил, что Дриада с Торговцем слишком разбегались по арене, поэтому стоит немного укоротить ее. Правда, теперь уклоняться будет несколько сложнее. Ну что ж, попытка номер два. Испытание выполнено. Мне очень повезло, что босс умер до наступления рассвета, так как времени оставалось очень мало. Предлагайте свои идеи, как обычно, в комментариях. Чем оригинальнее и необычнее будет испытание, тем больше шансов, что оно попадет в видео. Peace. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось видео. Также вступай в паблик, чтобы быть в курсе всех новостей.